Ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Косенкова поздравили с наступающим праздником и вручили так необходимый слуховой аппарат. На одном из торжественных мероприятий, посвященных 70-летию, Анатолий Тихонович подошел к представителям местной власти и попросил посодействовать в получении. На просьбу откликнулись и отправили на обследование. Аппарат подобрали и доставили по адресу. Теперь в семье Косенковых воцарятся душевные беседы и прекратится тишина. Месяца два или три. Все сдавал анализы, сдавал на ВТЭК, было в областной. Потом на Радищева сдал документы. Недели через две или три приходит мне петиция. Это, что вы стоите, значит, на очереди, 1500 что-то, да.